Привет, друзья! Осень в Карелии – это всегда заготовка рыбы. И у нас сегодня тоже заготовка рыбы на зиму. Заготавливать мы будем делать шпроты по-карельски. У нас есть баночки 0,5, автоклав Паромаг Люкс на 28 литров. Есть маленькая наша гордость карельская – это рыбка-рябушка с икрой. Сейчас покажу, только не падайте в уморок. Вот она тут вот разной степени готовности. У нас немножко подкопченая. Вот, понюхайте. Очень вкусно. Вот. Шпроты мы будем делать на зиму. То есть достал, покушал, вкусно, классно, здорово. Паромаг. Все про Паромаг и все ссылки будут в описании. Увидите. Автоклав автоматический из нержавейки. Очень здоровски, давно им пользуемся, делаем каши, делаем заготовки и так далее. Но, друзья, сейчас не то, что про автоклав, а то, как мы будем готовить. Итак, погнали делать шпроты по-карельски на зиму. Для приготовления вкусных шпрот по-карельски самый главный ингредиент у нас – это национальное достояние, национальная гордость Карелии – рыба-рябушка. Вот такая вот с икорочкой. Сейчас у нас время рябушки, все ее активно ловят. Так что немножко подкоптим для наших шпрот. Закрываем и отправляем ее на коптилку. Смотрите, вот у нас золотистая такая рыбка, но это полуфабрикат. Потому что сейчас я ее снимаю. Я ее сейчас снимаю. Для этого что нам надо? Рассказывай. Берем младшего помощника. Для этого мы будем укладывать сначала рыбку. Так, берем рыбку. Руки помыли, конечно же. Будем ставить хвостиками наверх. Хвостиками наверх. Еще немножко не влезает. Мы смотрели, друзья, что некоторые люди хвостики отрезают, но мы хвостики отрезать не будем, потому что хвостики – это самый цимус. Вот. Значит, накладываем баночку рыбки. Сейчас, раз. Упаковали мы нашу рябушиночку, нашу рыбку в баночке. Вот так. Хвостики немножко обчикали. Хвостики немножко чикали, потому что немножко некрасиво смотрелось. Будем добавлять по чуть-чуть. Я же говорю ей, главное, чтобы вкусно было, а не красиво. На глаз добавляем горошек, обычный черный, да? Ты что, замерзла, нос красный? Ага. Ничего, это приготовление. Горошек. Мы, когда делали кашу, добавили лавровый лист. И нам как-то не очень понравилось, перебил он весь вкус. Поэтому здесь для эксперимента мы добавим только в две баночки, а в остальные я не буду добавлять лаврушечку. Опа. И добавим еще по горошинке душистого перчика. Они большие, поэтому по одной этого будет достаточно. Кстати, друзья, рецепт, похожий рецепт, как мы делаем, есть вот в такой вот книге, которая шла в комплекте. Так, значит, друзья, подобных банок 0,5 стандартных по ГОСТу у нас влезает 24 штуки. У нас один рядочек, мы никогда много не делаем, потому что, делаем по чуть-чуть. Наливаем маслица, неважно какое масло, наливаем до плечиков. Она упустится, я долью еще. Да, вот так вот. Рыбка у нас предварительно была посолена. Посолена. Поэтому соль мы сюда не добавляем. Это нам не надо. Двигай. Заливаем маслом, закрываем крышечками. И настраиваем наш автоклав. Готовить мы будем не здесь, готовить мы будем на плите на веранде деревенской. Это, смотрите, на разливоне, короче, у нас. Нос красный. Закрываем банку, банки крышками.
А, скажи, сильно надо затягивать? Или вот ты девочка? Да, щелчка, ну как бы, вот ну, крышечка, чик, да, чик, чик, и все. Чик и все, да? То есть эти крышечки винтовые, они как бы, да. Крышки и банки мы где купили? Ну, в простом магазине хозяйственном, да? Ничего особенного, ничего тут какого-то не надо специально для... Последний раз я заказала вообще на... В интернет-магазине. Маркетплейсе. Да. Так, ну ладно. Так, вот делаем, и что потом? Потом будем укладывать в автоклад, вставлять. Потом отправим готовиться. Так, и еще одна. Ни банки, ни крышки мы не стерилизуем. Просто моем. Потому что все это дело происходит в автоклаве. В автоклаве Paromag Lux на 28 литров. Так, что, готовим автоклав? Да. Так. Сначала нам надо туда поставить фольжно. Фольжно. Это для выравнивания баночек, чтобы они там не прыгали, не скакали. Заливаем туда ровно 2 литра воды. И теперь ставим на дно наши баночки. Красиво, да, получается? Красавчики наши. Да. Так, теперь закрываем крышку. Теперь мы делаем все попарно. По инструкции. Скажи, ставим. Как мы закрываем крышку? На что обращать внимание? Мы ставим, главное закрывать попарно вот эти не вот. Не попарно, а крест-накрест. Крест-накрест. Это струбцинки. Это, смотрите, друзья, крышка у нас снабжена силиконовой вставкой уплотнительной. Ручки, вот эти штуки, не нагреваются. Сами ручки при работе не нагреваются. Сейчас у нас младшая помощница затянет. Нет, я сейчас сначала сделаю, чтобы она вращается, потом подтянем. Автоклав Paromag Lux снабжен клапанами, термометром, вот таким вот. Ну и так вот, сейчас мы все закручиваем, завязываем и отправляем на печь. Смотрите, у нас в комплекте есть два клапана, они работают непосредственно с продуктами. Ну, то есть, они предназначены для того, называются они травящий клапан. Здесь есть такой штуцер, сюда вот так открывается, и он, когда набирается температура, он ее автоматически сбрасывает до нужной температуры. То есть, вот этот на 120 градусов, этот на 115, полегче. Давление регулирует. Он регулирует, да, давление в самом автоклаве. Друзья, вот это у нас сигнально-предохранительный клапан. Это дышащий предохранительный клапан. Итак, друзья, ну что ж, ставим вот на такую конфорочку наш автоклав. Смотрим, чтобы он стоял ровненько. Потому что маленькая конфорочка. Вот, мы делаем это на веранде. Сейчас у нас холодное время года. Вот, включили печь, настроим термометр, догоняем температуру в нашем автоклаве. Потом, когда при достижении 120 градусов, начинают работать клапана, вся система начинает работать, и начинает готовиться наши шпроты по-карельски. Все, друзья, ждем. Итак, друзья, настало время. К сожалению, младший помощник конфорка уже выключила. 109 градусов. Сейчас ждем, пока остынет градусов до 40. Ну, кто как. Вот. И открываем, и уже будет дегустация. Сейчас я его снимаю и ждем, пока остынет. И потом уже вам покажу, что получилось. Нам самим интересно. Каждая готовка в автоклаве, это очень интересно. Что же там получилось? Ну что ж, друзья, термометр показывает 31 градус. Пора открывать наш автоклав. Вот наши баночки. Такая вот красота получилась. Сейчас через какое-то время будем дегустировать.
Итак, друзья, достаем наши баночки и ждем, пока они остынут. Такие вот баночки у нас получаются. Там у нас рыбка. Еще видите, она еще готовится. Сейчас она остынет, и мы будем с вами дегустировать. Рыбка в масле. Красота. Извините, что темно, дождливо, темно, но это жизнь, такое бывает. Так что, друзья, автоклав Паромак Люкс на 28 литров отработал. Но мы еще попробуем, как это все получится, потому что каждый раз получается по-разному. Разные вкусы, ну как, немножко разные. Вот, это шпроты на зиму, они здоровские. Но сегодня мы одну банку уничтожим с вами вместе. Так что вот так вот автоклавик отработал, все внутри 22 градуса. Очень меня устраивает, можно больше, можно меньше. У кого какие запросы, у кого какая семья. Все, друзья, ждем остывания. Итак, друзья, ну что ж, настал самый классный момент, это момент дегустации. Смотрите, я вас научу, правильно, есть шпроты по-карельски. Итак, друзья, берем греночку, намазываем чесночком. Берем огурчики. Открываем нашу баночку. Открываем нашу баночку. А запах, друзья, понюхайте. Берем нашу шпротинку с икрой. Она достаточно большая. Давайте с вами это дело попробуем. Друзья, чертовски вкусно. Рыба хорошо приготовилась. Икра классная. Так что, друзья, ссылочка на автоклав Паромак Люкс будет в описании. Заходите, покупайте хорошие вещи для хороших дел. Все, друзья.